карте «Свобода Европы». Решается судьба целого мира. В самый ужасный из известных войн появились самые бесстрашные солдаты. Здравствуйте, друзья. Команда Strike Force. Шутер с тактическими и стелс-элементами, вышедший в 2006 году и разработанный испанской студией Pyro Studios. Той самой студии, которая ответственна за создание серии тактических игр Commandos. Вторая и третья часть пройдены на моем канале, но тут они решили сделать шутер. И вот что из этого получилось, мы сейчас увидим. В культовой серии стратегий Commandos потрясающее нововведение. Тактическая военная игра пополнилась видом от первого лица. Войну теперь можно увидеть глазами солдат, со всем ее суровым реализмом. 1942 год. Европа под контролем вермахта, и лишь на Восточном фронте жесточайшее сопротивление советских войск не позволяет Гитлеру продвинуться вглубь СССР. Бойцам легендарного отряда предстоит в который раз проникнуть за линию фронта, чтобы нанести по врагу мощный удар, который поможет переломить ход войны и даст возможность основным силам уничтожить военную машину Третьего Рейха. Опаснейшие миссии вновь станут уделом отчаянных Commandos. Но иначе и не бывает, ведь войну нельзя выиграть без героев. Особенность игры – тактический шутер от первого лица, новый боевик, ставший продолжением легендарной стратегии. Возвращение знаменитых героев ударного отряда. Специалист по тяжелому оружию и рукопашному бою – зеленый берет, меткий и хладнокровный снайпер, ловкий и бесшумный, как тень, шпион. Возможность в любое время свободно переключаться между персонажами, выбирая соответствующую боевой обстановке тактику и стратегию. Разнообразие миссий, засады, диверсии, шпионаж, устранение вражеских офицеров, получение разведданных, помощь союзникам и многое другое. Боевые действия развернутся на территории Франции, Норвегии и разбомбленного, но не сломленного Сталинграда. Игра по сети, поддерживающая до 16 человек. Системные требования Windows 2000 и выше, я, кстати, на семерке играю без всяких проблем. Процессор уровня Pentium 4 1,8 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, видеокарта с 64 МБ памяти, не ниже GeForce 4T, либо Radeon 9500. Раньше специальной авиационной службы. Раньше морских котиков. Они были первой элитой. Commandos. Нет,
Как вы поняли из трейлера, тут три персонажа, не 6 или 7, как было в предыдущих, а всего лишь трое. Одиночная игра. Давайте создадим новую. Новый профиль. Я, кстати, на данный момент прошел только первую миссию, которая, по сути, является обучающей. Что дальше, не знаю. По ощущениям, мне эта игра больше всего напоминает Hidden Dangerous 2, которая пройдена на моем канале. Ну, только, может быть, более аркадная. Что-то среднее между Call of Duty и Hidden Dangerous 2. Фашисты оккупировали Францию. Помощь союзных войск и французское сопротивление — единственная надежда на свободу. Вскоре ожидается высадка отряда парашютистов. Вы должны прикрыть их огнем. Первая миссия в тылу врага. Уровень сложности, естественно, средний у нас. Я Уильям Хоукинс, снайпер, один из лучших в своем деле. У меня дар. Дар от Бога. О, да, я хорош. Я часть команды, скоро подойдет Фрэнк. Он наша главная ударная сила. Но не тупая сила, о нет. Для него не бывает безвыходных положений. И последний боец ударного отряда, полковник Джордж Браун. Он босс. Как полковник скажет, так и будет. Шпион, работающий прямо на передовой. Дайте ему вражескую форму, и он дойдет до Берлина нерассекреченным. Мы ударный отряд. Враг боится нас и правильно делает. А сейчас я должен проникнуть в этот город так, чтобы меня никто не заметил. Я должен по-тихому убрать несколько человек. Первый пошел. Трупы, кстати, исчезают. Второго я сейчас ножиком вырублю. Трупы исчезают здесь. Это мы за снайпера играем. Он, видите, умеет красться. Так, ну давайте следующих уже снимать со снайперской винтовки. Так, сейчас наделали шуму. Сейчас, скорее всего, прибегут. Ждем. Странно, но почему-то вроде никто нас не атакует. Так, мы можем плавать, можем даже нырять под водой. Под воду. Так, ну, пока, как видите, без проблем. Аптечки тут есть. Не более 4 можно нести за раз. Можно вот так вот переходить на бег. Но тратится силой. Вечно бежать не получится. Но, в принципе... Так. В принципе, уровни мне пока что, я не кажутся большими, хватает. Так, что это у нас тут? Не как нацисты. Постоянно опережают нас на шаг. О том, чтобы войти через парадную дверь, можно забыть сразу. Я попытаюсь просочиться через верхний этаж. Если повезет, я застану их врасплох. В любом случае, придется попотеть. Главное, не поднимать шума. Трое заложников, которых мы должны освободить. Так, хватаем нож. Дальше придется бесшумно. Ой, ой. Кажется, они что-то заметили, друзья. Уходим. Уходим. Ой-ой-ой. У нас ни хрена не получилось стелсы. Так, давайте быстро винтовку или пистолет. От чего, чем там от них отбиваться-то? Бинокль мне не... Так. Кто еще? Стелсы, как видите, сразу не получилось у нас.
Ой-ой-ой. Так, винтовку мне дайте снайперскую. Сейчас я им покажу. Один выстрел, один труп. Это было больно. Обратите, кстати, внимание. Оптический эффект какой от линзы снайперской винтовки. Прикольный. Я, честно говоря, первый раз такое вижу. Вон, смотрите. Как в реале, как, наверное, так и в реальной жизни. Вон там, кстати, кто-то опять сполошился. Получил. Как видите, можно и без стелса вполне справляться. Тут уже, похоже, живых здесь уже нет. Сукин сын напугал меня. Я просто боялся, что он выстрелит. Кто еще тут на нас? Так, ну я думаю, можно заходить в здание. В здании действовать будем с помощью пистолета. Так, здесь закрыто, нам другую дверь. Что-то я не пойму, а как нам... А, через верх, все понял, через верх. Кстати, дверь контролируется. Мне ее открыть вообще-то надо. Так, на втором этаже здесь. Здесь никого. Вернее, наоборот, вниз надо спуститься. Все. Миссия пройдена, друзья. А, нет, подождите, не пройдена. Вы освобождаем заложников. Привет, спасение прибыло. Хватайте пушки и выбирайтесь. Я видел патруль нацистов, и они направлялись в нашу сторону. Отбиваемся от нациков. С помощью снайперской винтовки. Можно, кстати, такое вот замедление времени делать. Только я так понял, это... Водителя нельзя подстрелить. К счастью, в этот раз я отстреливаюсь от немцев не один, поэтому тут попроще. Смотрите, кто там по мне стреляет? Кстати, говорят, в этой игре можно одним выстрелом сразу двоих снимать. Но только говорят, сам пока не пробовал. Вернее, ну, я говорю, первую миссию только прошел. Вот эту вот. У меня еще аптечка есть в запасе. Все, миссия пройдена. Дерьмо, я не думал, что их будет так много. Как они узнали наши планы? Надо предупредить Фрэнка. Нацисты собрались устроить нам горячую встречу. Эй, Мусью, беги в зону высадки и предупреди его. Я прикрою тебя из окна. Так точно, сэр. Постараюсь управиться как можно быстрее. Всем спасибо, всем пока.